Андрюха. Чего? У какого моста? А, блин, не знаю, где-то, не знаю, ну через 40, наверное. А мы стоим сейчас у юности. Ну, у ДК юности в Заволжском, в поселке Заволжском. Сейчас едем, сейчас. Потом это видео так. Мы поедем сейчас через, перейдем через трассу, упремся в Т-образный перекресток. Мы пойдем направо, соответственно, через городню Жирякова. Зеленец Жирякова. Давай, все. Так, вот, продолжаем разговор. Значит, ребят, сейчас доходим до пешеходного перехода. Он не знает, спешиваемся. Где я беру на себя две полосы из Москвы. Макс Голов, возьмешь две полосы из Питера. Ребята, начинаем переход трассы только когда я заблокирую движение слева, а перед Максом остановится фура справа. Не, пожалуйста, не бросайте под колеса, хорошо? Сейчас до пешеходного перехода спешиваемся. Командир, блин. Не, мы сейчас там разделим. Попал. Че? Мы через Черкас. О! А? Да, конечно. Куда? А где Макс еще? Я не вижу. Не вижу.
ты поехал бы? Мы тебя вообще потеряли, да? Что так черный? Ты через Черногову поехал сюда? А что ты их потерял? Первая группа, это мы и были. Но мы первая, вторая, у нас одна группа, у нас нет. Да. Я думаю, сейчас мы проеду, короче, я беру другую группу, сколько там первый ехал. Так, а ее не было. Она у вас, как тебе сказать-то, не было ее первой группы на самом деле. Ну, это просто она, туда так и да, да. Ну, ты понял, о чем ты. Я понял, о чем ты. Ну, с тобой поехали Женя и Кирилл. Да. И они оставили Черногубова. Я говорю, куда поворачивать? А мы ломанули, мы его отсюда. Я понял. Я сам поехал дальше. Понятно. Да. Вот там вот сейчас проедет параллельно. Он по асфальту сейчас поедет. Ты на трассу вылез, короче.
на Google на трассу выглянул 10 километров. Да. О, море говна. Да. Ну, не совсем, там еще есть. Дорога крестной мошки. Но они здесь все размножаются. Планы, как обычно? Есть вино, а нет, есть еще коньяк.